Приветствую всех. Сегодня хотел бы показать альбом для Монет Италии. Вот. Но прежде чем посмотреть сам альбом, несколько слов вступительных. Я собираю Монеты Италии, так скажем, ходячку 20 века. Вот, хранил их и храню их вот в таких вот листах, вот, или вот в холдерах, значит, разного номинала, да, оформил немножко, подписал. Ну и вот мне, собственно говоря, вот такая пачка железа скопилась. Вот. Ну и вот когда мне попался такой альбом, как говорится, вот он так выглядит. Я посчитал, что буду взять. Этот альбом, значит, вот в таком пакете. Все это видно. Мы его достали. Пакет убираем. Выглядит он вот так. Надпись «Виктор Эммануил, Италия» и даты 1901-1943 год. Марфил. Это итальянская фирма выпустила этот альбомчик. И несмотря на то, что она итальянская, выглядит он очень непрезентабельно, краска бледная, кожзаменитель синего цвета, но так, как говорится, просто вот прилично и все. Открываем его, он на кольцах, кольца вот так вот вставляются, расставляются. И, собственно, значит, пластиковые пакеты с листами. Первый листик — пластиковый пакет, надпись «Виктор Эммануил», и там лежит бумажечка попросенькая с короткими там датами и описанием его времени проправления. И, собственно, вот сами листы. Давайте один я достану, посмотрим. Пластиковый пакет, который разбит на 5 таких кармашков. И там, значит, вот вставлены вот такие вот полоски. Чем они хороши, что формат каждой монетки, как говорится, отбит отдельно, и видим, что, значит, годовой набор с разноформатных монет помещается в одну полоску. Кроме того, что, значит, вот этот лист вот с такими карманами, с монетками, имеется второй лист. Этот лист отличается тем, что там вставлена бумажка и обозначена, значит, дата 901, 2 и до 906 года. Кроме того, значит, тут мы можем видеть четко и читать, что, значит, 901 год, 3 монеты. Значит, 5 лир, 2 лиры и 1 лира. Указан, значит, материал аргентум серебро, вес и диаметр. Вот самые минимальные данные про монетку. Как говорится, вставил и забыл. Ну, вот это вот первый лист, вот выглядит вот так. Монет у меня тут совсем мало. Вот, следующее пересмотрим, значит, с 907 года по 911 год. Вот. Ну, вот тут, кстати, видно, вот видите, форматные монеты, допустим, 10 чентизима, такого крупного, да, и соседствуют со всеми мелкими номиналами, там, в 1 цент, или там вот 20 центов и так далее. Потом пошли с 911 года по 915 год. Тоже вот эти кармашки, видите, они вставляются, вынимаются и этот и назад даются. И вот этот вот текст. Потом с 16 года по 21 год. В среднем по 5 лет на листе умещается. С 22 года по 26 год. Ну тут видим, вот, ну я не буду останавливаться на монетах на обзоре, но тут видна вот вся фашистская символика, эти ликторские топорики, фаши, эти пучки, псевдоклассические фигуры, значит, тут орлы и прочее, прочее. Вот. Дальше с 27 по 29 год опять. 5 лет, и кончается здесь такой нестандартный лист 37 годом, который у меня, в общем-то, весь заполнен. И еще вот тут оставлено место на десяток монет. Очевидно, может быть, какие-то пустые кармашки. Значит, какие-то там нестандартные варианты, может, по цвет, по металлу или браки. Ну, неважно, кто что, как говорится, положит.
Ну и оставшиеся листы с 36 года по 39 год. Вот здесь вот, значит, и с 40 года по 43. Собственно, на этом и заканчивается весь этот альбом. Все, здесь мы перелистнули. Тут заключение, обыкновенный картон. Вот, собственно, и весь альбом. Значит, из минусов я сказал, что это все выглядит очень так дешевенько. Вот. Пластик, бумажки, даже печать такая. Вот даже мы видим, да, что тут вот красный цвет и шрифт такой невыразительный. Ну, может быть, как говорится, чтобы не мешало монетам, но тем не менее, это все это налицо, что вот, как говорится, не итальянское качество. Очень даже непритязательное. Но из плюсов то, что, во-первых, период весь 901 год, 903 год, он в одном альбоме, так сказать, очень удобно хранить. Потом представление о монетах, вот мы сами видите, все, что есть, так сказать, заменяемости. Заменяемости. Доступность, так сказать, самого этого материала. Вот. Потом на этих вот листочках, в принципе, можно тоже. Вот я тут, там, допустим, купил я за 10 или там 17 евро монетку. Я эту цифру могу пометить для того, чтобы, так сказать, не забыть. Вот. Ну и в этом смысле он, конечно, для коллекционеров, вот как я, который не заморачивается каким-то суперкачеством, каким-то особым там отношением, каким-то там экземпляром, тем более, что помимо Италии я собираю, допустим, там и Англию, и Швейцарию, там и ходячку и там еще что-то. Для меня это очень удобно и практично. Тем более, что я вот эти потом, значит, те монеты вот этого периода, которые у меня хранились, они как бы в разбитом виде, и вот они попадали вот в этот виде, тут один цент соседствует с 200 лирами, 10 там лир и так далее. То есть, чтобы вот этот вот годовой набор выглядел, так сказать, цельно в таком вот виде, да, вот, чтобы вот мы сразу всю эту линейку монетную видели, это, конечно, очень удобно. И я из этих всех холдеров, всех этих я переложил в альбом, и, в общем-то, мне это все это для меня нравится и доступно. Ну и вот я ложу его опять в пакет. То есть удобно в хранении, удобно для такого простого собирательства, которым я занимаюсь. Ну и просто для конца вот я использую такой вот гигант, это каталог монет Италии 2015 года. Тут, в общем-то, все. Но меня, собственно, интересует вот это, что касается этого периода, да, то вот он тут обозначен. Королевство Италии, Виктор Эммануил, 1900-1943 год. И потом краткое описание. Тут вот все золотые монеты, которые, конечно, я не подниму. И потом вот серебро простое. 5 лир в убывающем, потом центы пошли, 50, 20, 10 центов, 5 центов, 2 цента и 1 цент. Вот этот период, допустим, до этого, пожалуйста, все тут есть. Ну, кроме того, что, конечно, тут современная Италия, которую я пользуюсь. Вот этот каталог, так сказать, для помощи. Вот на этом все, собственно, если будет желание, потом монеты отдельно можно будет посмотреть, разобрать там где-то что-то покрупнее там и так далее, и так далее.